Привет всем, с вами Лига Music Wars. У нас сегодня момент со стрима. В общем, многие не видели, многие не знают. Хотел показать, поэтому специально со стрима вырезал моменты. Так скажем, чтобы просто ввести вас в курс дела. Как вы поняли по названию видео, флешмоб об отмене КД боев. Как достучаться до администрации? Как вообще достучаться до админов? Вообще что-то сделать, так скажем, чтобы вас заметили? Мы часто говорили, что нужно создавать какие-то акции определенные, надо втягивать туда людей. Либо сделать проще, то есть создать флешмоб и просить всех, чтобы они его поддержали. Вот я на заднем фоне вам увеличил. Смотрите, что творится в чате. Время как раз, видите, 0:36. В общем, акция стартовала где-то примерно 15 минут, то есть акция идет. Я не все как бы вам показываю, но многие, кто проходил, получается, и набирал кулаки, сражались, ну скажем так, в клубе, получалась такая вещь, что вы, если быстро бьете одного противника, потом второго, то у вас начинали исчезать кулаки, как бы об этой проблеме известно техподдержки, но никто ничего не делает. И поэтому вот таким нетривиальным образом, скажем, очень своеобразным, решили обратить на это внимание. Но то, что вы видите в чате, и это просто огромный флут большого количества, там примерно 90 человек, то есть кто именно занимается вот таким вот флудом. Причем самое интересное, модератор, когда это увидел, но это уже было поздно, это уже было к часу ночи, там начали всех банить поголовно, это была отдельная еще история. Но чатом дело не закончилось, как вы понимаете. Люди вышли и начали создавать кошмарки. Причем кошмарки создаются просто с одним и тем же названием. Ну, то есть уберите КД боев. Люди просто пытаются достучаться. Мы с вами уже много раз пытались это сделать. Пытались писать техподдержку. Создавали определенные тоже флешмобы. Тот же самый нет игре на рухе. И как вы понимаете, что большинство из них просто, ну, ни к чему не приводит. Так вот, этот как бы видеоролик специально для вас сделал, специально вырезал со стрима, чтобы вы сказали, как можно достучаться до администрации. Я понимаю, что массовая огласка, которая проходит у меня на канале, во многом помогает этому всему, поэтому и хотел запилить вот такой видос, чтобы обратить внимание на КД боев. Через некоторое время, то есть мне стало интересно, я начал переписываться с людьми, те, кто вообще организовал эту систему, и некоторые из моих друзей, получается, из ПД, из ВВМки, они начали отвечать, ну, хотя бы как, что, где, даже тот же Semtex у нас, Avercom, отметился в этой акции. Тоже, кстати, поддерживал, я считаю, что, ну, молодчина, даже за администрацию, но поддерживает. Все игроки, все равно все играем. Если честно, меня тоже это бесит, как бы я не сильно напрягаюсь по битве на территории, я не знаю, зачем ввели КД, просто пока не понял я, но, видимо, какая-то была задумка, либо происходила какая-то проблема, видимо, в игре, что ввели именно эти 2 секунды. К моим подписчикам хотел бы обратиться с такой идеей, как обращаться с проблемами, как достучаться до администрации. Что вообще нужно делать? Я понимаю, что эти проблемы надо выносить, но их надо выносить как можно быстрее. Всем счастливо и пишите в комментариях, что вы об этом думаете.